Все готово, солнышко, да, тепло, жарко, настоящее лето. Похоже на зиму, правда, лед. Видно, его не убрать. 16 лютого 2023 век. И, конечно, плавание, коньки, плавание в комплексе. Полный комплект. И горишка готов продемонстрировать. Тут, правда, какое-то препятствие есть легкое. И вперед, дорогие, кто со мной, подключайтесь. Фу, маленькая разминочка. Раз, два, и четыре. Если хочешь быть здоров, закаляйся, как сталь или как орешка. Все прелести сегодня, и какие, и плавание. Вот рыбалка, кстати, будет завтра. Я планирую на завтра зимнюю рыбалку. Что с этого получится, как она будет выглядеть, все увидите и узнаете завтра. Планирую. Пока планирую закупить удочку, мотель, снасти. Ну, неделю, я думаю, на неделю мы еще половим. Так что будет интересно. И мечта, я думаю, что сбудется все-таки зимней рыбалки. Так, ну и что? Вода ждет, ополонка есть. Готова. Теплая, не теплая. Ой, не. Что делать? Как прохладно. Но ветра, вот нет ветра, и комфортно. Совсем прямо чудесно. Ну что, если все готовы, вперед. С Богом. Сейчас еще упражнение такое, мы люди. Уголочек. Прямые ножки. Натянутые носки. И отожмемся тогда еще. Полный комплект. Без зубов можно остаться. Ну что, вперед, как говорится. Загадали. Чуть-чуть область сердца. Все по науке сделаем. С Богом. Так, и чтоб купальный костюм у нас, да, не улетел как в тот раз. Ой, хорошо. Ой. А дыхание сбивает. Ой, сбивает. Ой. Дышать-то первые секунды особенно тяжело. А сейчас расслабились и подышали. Ой, хорошо. Короче, пожалуйста. Запрошу, потом приглашаю. Кто, пожалуйста? Очередь! Кто крайне? Кто крайне? Ну что, вот такой получился день сегодня. И коньки, и танцы. Лед, солнце. Здоровье, все при нас, так? Посмотрим, что будет завтра. И будем надеяться, что будет так же хорошо, как и сегодня. А может быть и лучше. Ну, лишь бы не хуже, да? Хорошо, всех обнимаю, целую и выходим дружно из эфира. Всех благодарю, дорогие, за внимание. Я надеюсь, что все получилось у нас, да? Ахи, друзья, до встречи, до побачення. У-ху!